Он говорит, такой, сауна платная. Я говорю, везде бесплатно, обычно спа платно. Он говорит, а у нас типа спа в сауне одно и то же, короче. Ну, ясно тогда. Я говорю, я уже согласен. Ясно. Сегодня еще вечером на этот, как его, Сохо там. Там же бесплатно. А вы там были? Где? Сохо. Нет? А там, короче, говорит, бесплатно за счет отеля. Мне уже интересно, что это. Я вот ездил... Я потом спрошу, у меня еще целый неделя впереди. А целая неделя? Это до следующего понедельника. Да вы что, на месяц здесь засели? Две что? Недели. Блин, да когда мне предлагали 3 недели, я говорю, нет, только 2 давай. Ну это дофига. Я, короче, недели, на третий день, ну, у меня случился такой маленький кризис. Я на третий день просто как бы вот так вот в одиночестве сидел. Думаю, ну все, блин, достало. А тут уже как бы оно постепенно налаживается. Я не знаю, как оно, что, ну, там будет видно. Вы там это ездите, да, дискотека, я смотрю. Ну, я один раз в дискотеку съездил. Я в Фургаде отдыхал, я все эти дайвинги, все это уже был везде. Просто...